Доброе утро, мои дорогие. Доброе, прекрасное воскресное утро. У меня такой приторно сладкий голос. Знаете что? У меня хорошее настроение. Я проснулась. Я выспалась. Проснулась. Я уже умылась, я уже почистила зубки. Я уже, ну, будем считать, что заправила кровать. Ну, тут чуть-чуть не доправила. С подушками не разобралась. Хочу наволочки поменять. Надо открыть окно в этот новый мир. Пустить в комнату свет, свежий воздух и заниматься домашними делами. И более того, я хочу приготовить завтрак и хочу себя сегодня порадовать, побаловать. Как мне будет вкусно. Я сейчас сделаю омлет вот этими вот золотыми ручками. Так, здесь у меня балкон был закрыт. А ну выходим. А ну смотрим, как там обстоят дела. Ох, ох, ох. Хлебушек привезли свежий. Тепло, реально тепло. Тепло, вот прям тепло. Даже вот турок едет, видите, в футболке. 20 ноября, да, сегодня? Мужчина возрастной идет по противоположной стороне, в пиджаке и в брюках. Куда он пошел в воскресный день? В мечеть, что ли? Ой, потрясающая погода, роскошная. Ну, градуса 22 уже есть. Да. Очень хочу сегодня пойти на море. Надеюсь, что оно вчера перештормило, и сегодня уже я ваш. Очень хочу. Соскучилась по морю просто дико. Господи, какое оно красивое. Я вчера смотрела на него, смотрела, и насмотреться не могла. Господи, какое оно красивое. Оно играет разными цветами, от зеленого, голубого, серого, темно-синего. Оно такое разное. Боже мой, оно такое прекрасное. О, Господи, какое море роскошное. О, турецкая музыкалка. Так. Надеюсь, не будет нарушения авторских прав. Я не скажу, что у них прям какая-то такая классная музыка, но я вчера в сторе Инстаграма выставляла отрывок видеоклипа и такая говорю, это таркан, что ли? Ну, то есть, как бы я забыла, таркан это или не таркан. Я вообще забыла, как он выглядит. И мне вот сегодня Сашка утром написал, он из Москвы, мой дружочек Сашка Попов. И это в Инстаграме мне написал, да, Инна, это таркан, ты что, я его лично знаю. Мы там в Витебске, на Славянском базаре, там что-то ближе к нулевым, вместе тусили, я его знаю лично, и более того, мы поддерживали отношения. Муха. Муха она. Ее надо убить. Что она, сука, замерла? Откуда она вообще взялась? Муха. Фу, какая мерзость. Фу, подожди. Подожди. А, подожди. Наверное, не так надо сделать. Можно же салфеткой ее, да, прихлопнуть? Ой, блядь, я не знаю, что делать. Если я стукну ее шлепком, придется и мыть, и стену мыть, и все мыть, и обсыпется грязь. Сейчас я. Ой. Сейчас мою. Так она какая-то дохлая. Она какая-то дохлая, представляете, уже была. Вот закашлялась, у меня уже все в этом неприятное ощущение. Вообще не хочу никого жизни лишать, даже насекомое, ну, блядь, так неприятно. Это, блядь, мухи в доме. Откуда они нахер взялись? Вот эти турка. Турка грязная, надо мыть и кофе варить. И посуду никто не помыла, господи. Никто ничего не сделал. Тут даже Инна кофе не допила. Кстати, мы сейчас будем делать омлет.
Омлет. Я надеюсь, яйца не расколотятся. Так. Достаем на завтрак перчики. Сейчас буду все делать. Достаем масло. Масло, овощи на столе. Я достаю грибы. Я достаю... Так, казангиби нет. Я достаю сыр. Я достаю хлеб. Так, я достаю хлеб. Что мне еще нужно? Казангиби нет. Маслины. Я достаю маслины. Все, наверное, да? Все, у меня больше ничего и нету. Больше ничего нету. Это из лося. Представляете? Лось. Лосятинка. А это что? А это тоже что-то. Вот я как-нибудь в другой раз. Я вот расчехлюсь. 1 декабря с пивком. О. Боже мой, какой вкусный. Таких вкусных оливок, как в Турции, я нигде не ела. Нигде. Реально, очень вкусные. Турецкая эстрада, и сыт не будешь. Переворачиваю камеру. Вкуснотища. Боже мой. Ух. Все. Будем готовить омлет. Да, вот из этих продуктов. Так, выставили, да? Кстати, можно расплести волосы после ночи. Чё к чему я сейчас готовить буду, да, и волосы распускаю. Ночью спала с косичкой. Слушайте, девчонки, так удобно. Встала утром, волосы... Нет, немножко должна отдохнуть. Встала утром, ни одного волоска нет на этом, даже здесь, вот один волосок. Ни одного волоска нет ни на подушке, ни на простыне, нигде. Все чисто, ничего не сыпется. И я такая, да, волнистая, такие пушистые. Такие приятные на ощупь. Да я такой пушистик. Очень. Так нужно. В еду не попадут? О, представляете? Даже не это. Не выдираются. Ой, как хорошо, как приятно. Но на кухне все равно нужно волосы собрать. Так. Салат сделаю и омлет сделаю. Так. Пару помидорок пойдет в омлет. Перчик пойдет в омлет и пойдет на салат. Да. На салат пойдут огурчики, перец, лук и помидорки. Да. А в омлет пойдет перец, грибы и сыром закрою. О! Будет обалденно вкусно. Мой вчерашний кофе. Какой вкусный, ну прям вот вообще. Такие. Так, сыром закрою. Угу. Так, косточки. А я вообще нажала снимать-то? Ага, нажала. Так, что мне надо сделать? Мне надо помыть турку и помыть овощи.
с грибами. Опустила штатив. Надо привыкнуть все мыть сразу. Я, блин, что льется на стену. Поменьше надо напорчик воды сделать. Так, так, так. Это на омлет. Это на омлет. Сейчас грибочки помоем. Грибочков возьмем, ну сколько, да? Раз, два, три, пять грибков. Ну, давай шесть. Все же яйца-то три. Ой, блядь, все брызжет. Смываем этот землю или где там они растут? Шампиньоны растут где? Ну не на дереве же, да? В земле же. Так. 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 А сейчас все вместе сполоснем. Так вот. Так, сейчас надо будет резать. Это все режем. Так. Надо сполоснуть досочку. Да на доске надо было сразу ее сполоснуть да вымыть. Я гранат всего лишь резала. Гранат. То есть она даже не грязная была. А сейчас вот здесь такая лужа грязная. Ну, то есть из-за кофе. Сейчас. Украинские войска обстреляли Днепровский район Донецка. Как заебали, господи. Когда уже, блядь, сотрут ее с лица земли просто. Просто ее не стало. Естественно, хохлоина, я говорю. Горловка и синоватая. Чего ждете-то, блядь? Размотайте нахер все. Один тополь решит, блядь, все проблемы. Наш тополь. Сейчас я налью воды в кувшин. Купаться пойду на пару часов точно. Ой, хочу прям так соскучилась за морем. Ой, просто не высказать до какой степени. Угу. Сейчас мы быстренько этот вопрос решим. Кофе поставим. Потом, когда оно чуть-чуть закипит, я его выключу на маленький-маленький огонечек. Сделаю, чтобы оно доходило. Угу. Ага. Так, стаканчик воды. Утро начнем со стакана воды. Ох. Яйца взбить. Вот здесь. Что тут такое упало? А, терка, блядь. Терка. Так. Стороной не которая режу, а которая не остренько, той оборотной стороной. Так, три яйца. Буду жарить, знаете, на сковородке, которая, сейчас объясню, на которой были крылышки. Вот она стоит.
Не буду я ее мыть. Блять. Нет, не буду мыть. Прекрасные, прекрасные крылышки. Буду жарить на старье. Ничего не хочу мыть, блядь. Как поросенок, да? Яйцо нужно в последний момент. Я его уже... Я сделала это в первый момент. Я ёбнутая? Нет? Ну, конечно, я ёбнутая. Так. Значит, мы здесь выключаем. Убавляем газ. И здесь мы включили. Сейчас я быстренько грибы. Сейчас за многим дело не встанет. Сейчас грибы, помидоры. Вкусный воскресный завтрак. Так. Сковородочка сейчас разогреется. Ну так вот, на отмаш режу. Не надо тут никакую фигурную форму придавать шампиньонам, которые сейчас, в принципе, уже размякнут. Так, грибочки, грибочки, грибочки. Как раз там водичка пока из них вытопится. Так. Грибы это что, белок, да? А ну. Сюда. Грибочки, грибочки, грибочки. Так. Вот этот вот плохо прорезала. Прям такой крупняк. Так, сейчас будем резать помидор. Крышка такая грязная прям, не промытая. Как она будет промытая, если она, блядь, не промытая? Ой, знаете, я точно знаю, что большинство так и делает. Прям все вы намываете дома, ага, блядь, точно. Я видела даже тогда, когда вы намываете. Вашу посуду в руки взять невозможно. Просто срамота, как вы моете посуду. Вы не умеете этого делать. Ваши кружки, ваши стаканы, все заляпанное. Ваши ложки. Ну, конечно, это не у всех, но у большинства. О. Так, сковородочка, сковородочка. Сейчас помидор. Салатик сделаю. Не знаю, только сам летом буду салат делать или нет, или потом с булгурчиком поесть. Может быть, салатик с булгурчиком, да, лучше сделать? На обед, к примеру, если я дома буду обедать. Может быть, и не дома. Помидоры ароматные, очень ароматные, но твердые такие, жесткие. Здесь... Нет белых прожилок, но и не до конца красные. Специально их оставила на ночь в квартире. Кто еще не знает, то помидоры не хранят в холодильнике. Помидоры хранят в тепле. Знайте об этом, дорогие, знайте. Так, сейчас мы туда отправим помидорки. О! О-о-о-о-о. Так. С лишняя влага уйдет. Давай, давай, давай.
Пахнет, если честно, немножко крылышками. Да, реально. Пахнет курочкой. Не буду закрывать крышкой, чтобы влага быстрее испарилась. Чтобы они не томились. Нет, там кофе, вот. Огонь достаточный? Огонь достаточный. Так, режем перец. Заливаем яйцом и еще сверху сыром. Крестик переворачивается, так неудобно. Опять перевернулся. Я люблю такое утро, когда я готовлю для себя, для любимой. Сейчас убираю этот, ну, этим, как его, и семечки, из перчика. Блядь, надо промыть, с этих семечек будет целая сковородка. А крышкой закрою, когда яйцом залью. Вот так вот. Тарам-парам-пам. Я, конечно, понимаю, может быть, я изменяю еще тот этот, как его, кулинар. Но у меня всегда вкусно получается. Всегда. Изумительно вкусно. Все признают мои таланты и все с удовольствием едят мою еду. Но так как я готовлю только для себя, редким людям удается попробовать. Редким людям. И перчик, перчик, перчик. А ну, давайте опускаем его сюда. И перемешаем. Во вторник пойду на рынок, все куплю. Все, что необходимо. Тряпка чистая. Упала, здесь же кофе. С меня одновременно все сделается. Кофе, вот видите, уже. Так. Красота. Красота. Смотрите, да, роскошно просто, будет очень вкусно. Так, это сюда. Угу. Готовность уже такая. Сейчас мы включим электричество. Такая готовность прекрасная. Уже, ё-моё, готовность. Ё-моё. Пододвинем сейчас, чтобы яйцо не растекалось. Заливаем. Все равно растеклось. Все равно растеклось. Так, сейчас мы закрываем это крышкой. И перед... Ой. И так убавить надо огонь. Минут 5, чтобы оно пожарилось. Закрываем это крышкой. Оно напухнет, он такой вкусный будет. И потом сверху положим сыр. Будет очень вкусно, 100%. Ой, блядь, ткнула уже кусочек, который лежит сверху. Что там с кофе, блядь? Вот
Ты уже с крышки набежала на плиту. Огонек, ты видите, какой нарушничный. Сыр приготовили, будем считать. А ну дайте попробуем. А я знаю, какой-то, блядь. Да ебаный ты случай, а. Слиплись все эти комочки. О! Типа порезанный. Такой типа плавленый, что ли. Как на топленом молочке, он очень вкусный. Тост. Раз. Два. Три. Я сейчас его разложу между собой на вот эту тарелочку, чтобы он в холодильнике вот на этой тарелочке лежал. Ему так будет удобнее, лучше, я точно знаю. Чтобы был настоящий турецкий завтрак, наверное, нужно еще огурчик порезать. Блин, ну я не люблю. Я не люблю огурцы вот эти вот. На салат нормально. Не могу. Как-то мне не особо это вкусно. Да, да, да. О, практически готов. Сейчас мы зак... Ой. Так. Горячий. Крышка. Кипяток просто. Так, вот так. И тут сломаем. Половинку сюда. Так. Давай. И половинку сюда. Все. О! Топится. Блин! Прям как пицца. Ой, как горячо. Ой. Блин. Вот это вкуснота сейчас будет. А кофе? Ой, какая вкуснота сейчас будет. Ой, это будет очень вкусно. Очень. Еще свежий хлеб. Свежий хлеб. Ну, как свежий, вчерашний. Это нормально. Давай я пойду. Пойду уже относить на балкон. Буду готовиться к принятию пищи. Красота. Я такая счастливая. Вообще, очень. Просто до нельзя какая. О, растопилось все. О, так, отключаем. Вы видите? Ох, вот это да, вот это будет супер. Так, здесь мы прибавим огонь, чтобы поднялось кофе побыстрее. И отключаем. И идем кушать на балкон вместе. Так, кофе отключила. Это досочка для сковородки. И кружка чистая для турочки. И пока еще основная часть турецкого народа не проснулась, отдыхает после рабочей недели, я буду завтракать на балконе. Потрясающе, мне будет вкусно. Приступаем. Так, принесла приборы. А ну. Ой, уже со сковородки жру. Старый автомобиль. Митсубиси. Старый. Такой кузов. Не знаю даже, как что. Только сковородку и видно. А ну дайте-ка я. Вот так вот.
Господи, как мне будет вкусно. Это пахнет просто чудесно. Это пахнет роскошно. Я принесла перчики. Я принесла, так надо волосы собрать. Жарко становится. Я телефон взяла? Сейчас мы посмотрим, сколько градусов. Знать, ты взяла. Сейчас посмотрим. Чтобы вы понимали. Время 11:34. Погода в Алании сейчас. Сейчас в Алании 23 градуса. Облачно с прояснениями. 23 градуса. Облачно с прояснениями. У нас сейчас 23 градуса. Представляете? А днем будет 26, как и обещали. Это будет супер. Это будет просто великолепно. Так, смотрите, у меня что? У меня кадушка хлеба. У меня маслины. Вот здесь вот. Не видно, да, нихера? Перчики. Поставила маслечко. Наверняка захочу сделать себе бутерброд. Здесь кофе. Ой, я такая счастливая. Девчонки афроамериканки. У одной заплетены косы какие-то бордовые. У одной беленькие. Ну, не беленькие, такие типа молочные, что ли. Маслечко. Ох, сейчас сделаем себе бутербродик. 23 градуса. Я на море пойду. Я сейчас на море пойду. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. На море пойду, на море пойду. Заготовлю хлебушек так, этот. Потому что здесь, чтобы в кадр попало все, дофига делов. Вот здесь у меня лежит. За кружкой кофе. Кстати, вот этот вот большой батон, он всего лишь 200 грамм сам. Общая масса у него 200 грамм. Это он на вид такой большой. На самом деле он небольшой. Так, и у меня еще салфетки. Все. Подожди, надо волосы в божеский вид прибрать. Жарко уже. Жарко. Да и в этих домашних хлопотах, пока сбегаешь, все сделаешь, блядь, пока накроешь. Пиздец, блядь, просто. Просто пиздец. Оно, пока, блядь, все приготовишь. Все. О, боже. О, боже. Оно. Надо снять пробу. Заебись. Очень вкусно. Очень. Угу. Я вылила жидкость. Перчики сыпятся так вот. Сука, это огонек. Гастрономический оргазм. В любом ресторане так не приготовят омлет, как его готовлю я. 100%. Масло. Блять, упало все. Мне нужны силы.
У нас 26 градусов будет. Пойду купаться. И буду плавать 2 часа. Мне нужны силы. Так вот. Съем все. Да. Могу себе позволить. Пододвину сейчас. А то здесь на сковородке много, а здесь будто бы я уже сожрала все. Так, сыр удачно вписался. Это что-то. Его так много, он как мини-пицца. Вина бы еще. Сколько ждать? Сегодня 20-е, да? Хотела сказать, сентября. 20 ноября, воскресенье. 15% заряда осталось. Я не удивлена. Не буду я больше масла мазать. Больно долго пиздякаться. Сыр. Ну, короче. Так тоже вкусно. Попробуем сейчас. Если без масла не пойдет, то помажу маслечком. Так тоже заебись. Маслиночка. Чтобы кожа была красивой. Внутренние органы здоровые. Нужно есть маслинки. Парень с девушкой идут. В обнимочку. Парень обесцвеченный. Это роскошно. Это роскошно. Я иду на море сейчас. Плавать. Хлебушек. Пока грузится видео. Еще больше раз погодится. Стоп, давай я пойду. Горячо, острый перчик съела, кипяточком запила. Ой, прекрасно. Я не буду вас обманывать. Не буду говорить, что это я доем потом. Я сейчас все доем. Потом у меня уже другая еда будет. Блядь, это шедевр. Способ приготовления омлета. Я должна, мне кажется, запатентовать. Что так я неудобно сидела? Хули вы там жарите 2 яйца, как англичане? Овсянку, блядь, на завтрак. Ой, блядь.
У вас просто гастрит, хули вам остается. Здоровые люди это не едят. Здоровые люди едят так, как в последний раз. Боже мой, это роскошный завтрак. С перчиком остренький. И оливочку. И оливочку. И омлет. Сковородка, наверное, диаметр 28. Сами посудите. Две помидорки, один перчик, грибочки, пригоршня. Вот такая. Хлеб. Что у вас на завтрак? Напишите. Конечно же, напишите о том, что хейтерочки напишут. Это завтрак на всю семью, на четверых взрослых человек. Ну, что вы там любите писать? Косточка, блядь. До самой капельки. Все, управилась. Ни о чем не жалею. Как хорошо на душе. Перчики острые. Мужчина идет, у него целый пакет хлеба. Целый там, наверное, батонов 5. Как показать вам? Глядите. И турки всегда по столько хлеба покупают. Всегда. Ну, наверное, на печенье у меня уже сил не хватит. Доливаю остатки кофе. Ой, напоролась я просто как сука. Напоролась, сил нет. Сейчас мне нужно выпить кофе. Кстати, турки пьют кофе не во время еды, а после еды. Во время еды турки пьют чай. Ой, сейчас надо вас поставить. Ой, выпить кофейку. Ой, перчики палят. Острые перчики палят. Да, решила печеньки не буду. Вот допью кофеек, пока видео конвертируется, пока на загрузке, я посуду помою, распогодится и пойду на море часиков 2. Телефон. Нет, не разбился. 11:53. Не разбился, слава богу. Но здесь он весь уже сломанный. Ой, в пизду, блядь, лучше ничего не трогать. Что я хотела сделать? Нахуя я полезла в телефон? Вот нахуя? Ой. 23 градуса. 23. Днем будет 26. Сейчас солнышко поднимется. Где оно, кстати, солнышко? Облачно. Но мужик едет в пуховике, господи, на байке. В пуховике, да такой теплый. У нас парни в сургуте в таком ходят. Да, понимаешь, прям с рукавами, вот такие вот дудки. Такие вот, как, знаете, как норка поперечка. Да, вот такой вот. Ну, в Турции уже зима. Хули с ней взять. Такси, такси. Вези, вези вдоль ночных домов, мимо чьих-то снов. Притча. Так, все, мои любимые, буду заканчивать. Это
это было такое видео. Очень вкусное, очень домашнее. Прям воскресное-воскресное. Угу. Посмотрела. Пойду сейчас зубки почищу по второму кругу. После кофе. На ячо. А, нет, я буду не обезболивающий, как это? Обесцвечивающий. По выходным в 12 часов громкоговоритель включается. Чего-то они опять объявляют. Ой, блядь. Как же я сказала? Паста. Обезболивания нет. Белизна зубов. Не обесцвечивание. Как, блядь, называется это слово? На ночь буду. А утром буду питательной пастой. Такой, чтобы десны питать. Нет, не так. Не так. На ночь буду питательной пастой. Чтобы зубки, я же не буду ничего не есть, не пить ночью. Да, питательной пастой, а с утра этой. Не обезболивающей. Как же, блядь, обесцвечивающей. Паста для белизны зубов. А ну, сейчас мы посмотрим. Как это слово-то, блядь, называется? Лучшая паста для белизны зубов. Информация с ресурса ОЗ-ДОН. Отбеливание. Паста отбеливающая. Вот какая, вот, блядь, слово-то. Ой, блядь, Инна. Таблеточки, наверное, надо пить. Для того, чтобы голова соображала. Все, люблю вас. Пока.